В торжественной церемонии участвовал и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Цель работы центра – раннее выявление и развитие одаренных школьников, проявивших себя в области искусства, спорта, естественно-научных дисциплин и техническом творчестве. В День знаний к учащимся центра обратился Владимир Путин. Поздравляю вас с началом нового учебного года. 1 сентября мы с вами встречаем здесь, в Сочи, в городе нашей олимпийской мечты, надежды и победы. Наследие Сочинской Олимпиады уже работает на страну, на ее развитие, на ее будущее. Кроме современных дорог, электростанций, гостиниц, социальных, спортивных, конечно, объектов, здесь создан и новый детский образовательный центр. Мы назвали его «Сириус» по имени самой яркой звезды, потому что сюда, в этот центр, приехали и будут в будущем приезжать интересные, увлеченные своим делом ребята. «Сириус» – это прежде всего образовательный центр. Другого такого центра, где вместе учатся, общаются, тренируются ребята, которые увлекаются наукой, искусством, спортом, сегодня в мире нет. «Сириус» был создан по инициативе президента на базе 4-звездочного отеля, построенного к Олимпиаде. В его распоряжении также арены «Шайба» и «Айсберг». Образовательный комплекс будет работать круглый год бесплатно с самыми одаренными детьми и рассчитан на обучение 600 ребят ежемесячно.